Волнуюсь каждый концерт, всегда волнуюсь. Скорее всего, это такой вызов самому себе в первую очередь. Есть один девиз: если упал 7 раз, поднимись 8. Хотел повернуть, все равно вы меня сломали, не выдержал. Я даже не хотел, но вышел. Ну, понятно. Представьтесь. Меня зовут Александр Бабенко, я из Москвы. 29. Работаете где-то? Да, работаю, конечно. Корпоратив-заказник? Корпоратив-заказник, да. Продюсерский центр у меня свой, мы разные проекты пытаемся реализовывать. Не хвастайтесь. В Москве. Не хвастаюсь. Вам со мной мучиться. Хорошо, отлично. На самом деле, здравствуйте. Я забыла, как прекрасно наблюдать за вами, Александр Борисович. Когда вы... Что ты за мной наблюдаешь за ним? Нет, когда вы вот проживаете композицию, исполняемую уже человеком из вашей команды. А чего вы все не поворачиваетесь? Ага, боитесь. Потому что это вам. Вот, и вообще, вам несказанно повезло с наставником. На русском, на русском. И вообще. Что на русском? Вообще на русском. Поете? Вообще на русском пою. Хорошо. А. Хороший ответ. У меня все... На таможне сказать, а можно очки... Я вот не особо готов, потому что я недавно операцию на лице сделал. По этой причине я в очках. Не потому, что я супермодный парень. Хорошо. Пока не готов. Дима, ты что делал все это время? Скажи, он слушал. Что сейчас говорить? Ну, было там что-то прекрасное в начале, в конце... По-моему, все очень достойно. Хотел сделать точно, хотел сделать... Не о том, кого взяли, либо хорошо, либо никак. Да, да. Ну да. Нет, спасибо. Спасибо вам огромное. Встретимся. Спасибо, спасибо. Увидимся. Пожалеете. Вот все.
Потом пожалеете. Лене очень смешно. А тех, кого взяли, либо хорошо, да, да. Просто очень смешно. И... Саша, ты юбилер, Саша, сейчас. Смеялся. Он смеялся, да. Он должен был смеяться. И даже рожи корчил, ты понимаешь. Фух, ну все, закончился день сегодняшний страшный. Да, скажи.